Аэропорт Минеральные воды имени Лермонтова. Вот новый второй аэровокзал строят. И здесь вот даже на привокзальную площадь вышли строительные работы. Елочка стоит. December 31, 2023. Внимание! Закончилась регистрация авиабилетов, оформление багажа и ручной клади пассажиров, вылетающих рейсом номер 3021 Шарм-эль-Шейх. Здесь раньше вход был, сейчас выход. Для тех, кто давно не летал. Номер 15, 16, 17. А терминал вылета, вот он левее находится. Туда дальше, там прибытие. Здесь вот еще что-то строят. Вот сюда заходят. А здесь, кто провожает, выходит сюда. Старая гостиница. Ну, там что-то свет горит. Наверное, работает еще гостиница. Старенькая советская гостиница. Вот Arrival Terminal. А тут, наверное, какой-то, может быть, магазин строят, что ли, непонятно. Или кафе какое-нибудь, наверное. Ну вот. Прибытие зал. Отстающие пассажиры, вылетающие рейсом 1301 Москва Шереметьево, срочно приглашаются к выходу 3 на посадку в самолет. Гора Змейка. Вот они, самолеты на перроне стоят. Вот такая панорама привокзальной площади аэропорта. Но самое интересное, что я хочу показать, пока еще нет этого объекта, который я хотел акцентировать внимание. Но сейчас, пока дойду до остановки, может, подъедет этот объект. Вы знаете, что Минводы, такой крупный аэропорт, один из крупнейших, да, в России. А вот он объект, подъезжает, она бегом. Короче говоря, сюда не ходят автобусы, нет автобусов. Они на старых газелях прошлого века добираются. Там вон дальше автовокзал стоит, но транспорта нету. Транспорта нету. Это транзитные все идут. А чтобы отсюда ехать... На камере воды нет, смотрите, вот позорная маршрутка. Вот она, смотрите. Вот она. Сейчас на этой маршрутке поеду. Вот такая маршрутка. Позорная. Автобусы не ходят. Нет автобуса в Минводах. В крае дефицит. Вот так. Он не едет. А куда он едет? Ночью вот такая маршрутка ходит. Но видите, это не идет. Это персонально за кем-то приехало. И вот видите, тут люди стоят. Вот такой, видите, нету.
Сейчас вот подъедет, набьется как. Чтобы до вокзала доехать, вот на такой маршрут придется ехать. Если еще влезешь сюда, в нее позорище. Автобусов нет в Саратовском крае, представляете? Владимиров, уважаемый, выделите автобусы бедному аэропорту. Кошмар какой-то, позорище. Встречаем 24-й год, что в такой крупный аэропорт такие позорные газели ходят. Больше добавить ничего не могу. До новых встреч в новом году, друзья. Крокодил Ставрополя в аэропорту Минеральные воды.